Есть у вас старые машины на автостоянке, штрафстоянке, которые стоят очень давно уже? Ну вот, вот все машины старые. Ну как давно вот они стоят? Некоторые первые месяцы, очень много они стоят, даже некоторые по году больше стоят. Машин много. Как они здесь оказались? Ну, есть, которые после ДТП, после этого, то в нетрезвом состоянии. Угу. Есть из-под знака, которые тоже так же попадают здесь и очень долго стоят. И то есть их владельцы не звонят, не приходят за ними, да? Не приходят. Ну, кто-то приходит через какое-то время, а многие, вот их уже тут больше 100, если не 200 машин, наверное, вот таких вот. Потому что уже нету места, куда выгружать эти машины, которые практически в течение дня забирают, которые нормальные машины. Ну, обычно за хорошими-то машинами приходят быстро, а вот такие машины они вот. Ну и что с ними делать? То есть как долго вы можете их хранить вообще? Ну вот по закону 3 года. А после этого вы можете их утилизировать там? Да, после этого как бы она переходит в собственной стоянке и можно в металлолом, да, утилизировать все. Но вы зато за инициативу в Москве через аукционы продавать такие старые автомобили? Ну, это же вам на руку получается? Конечно, потому что они вот место занимают, они стоят мертвым грузом.